Да, хорошо. Ну, я лучше бы вам дал, наверное, информацию какую-то первичную. Вы бы потом сделали какое-то бизнес-предложение, как вы это видите. То есть у нас есть структура в нашей компании, которая занимается доставками товаров. Мы хотим сейчас выстроить сеть франчайзинговых офисов, которые будут в регионах, там, в России, в Украине, в Казахстане, этим заниматься. То есть работать с клиентами, чтобы клиент напрямую нам не звонил, чтобы он оплачивал и там все вопросы решал на местах. Ну, вот как бы задача, сейчас мы уже открываем, там несколько франшиз у нас открыто, но задача, чтобы в каждом городе, в котором там 100 тысяч человек живет, мы присутствовали. Вот я вам скинул баннер вот сейчас во время разговора. Посмотрите, он пришел к вам уже. Вот. И посмотрите, изучите, дайте какое-то свое предложение. Как вы будете это продавать? Сколько в объем проданных франшиз вы можете сделать? Ну и потом мы сядем уже там за подписание контракта с вами. Сколько вы хотите денег? Okay. Алло. Да-да. Есть у вас информация в электронном виде, чтобы тоже посмотреть по Да, возможности? есть, все это есть на сайте, на баннере в правом нижнем углу указан сайт. Зайдите, посмотрите. Все супер подробно. Да, работа дистанционно, работа через интернет, конечно. Договорились. Договорились, жду от вас информации. Хорошо, все. Все, давайте, Спасибо. пока.